Первая очередь праздничных гуляний позади. Новый год наступил, местные массовики-затейники на пару дней приостановили свою работу. А сценическая площадка на главной городской площади ждет следующей порции праздничной кутерьмы. Кстати, по данным областного управления МЧС, 5 дней Нового года прошли без особых эксцессов, в том числе и новогодняя ночь. В период проведения праздников работники МЧС осуществляют дежурство в местах проведения массовых мероприятий. За истекший период с начала года происшествий по линии МЧС не зарегистрировано. Нет также госпитализированных с какими-либо травмами из-за последствий применения пиротехнических изделий. В новогоднюю ночь на территории Брестской области произошел один пожар в 4 часа утра в Ивацевичском районе. Огнем повреждено строение, люди не пострадали. Всего же с начала Нового года на территории области зарегистрировано 23 пожара. 3 человека погибли, 1 человек спасен. Стражи правопорядка отметили также спокойное начало нового 2015-го. Всего в период с 28 декабря по 3 января в Брестской области было зарегистрировано 226 преступлений. Раскрыто 102 правонарушения. Что касается ситуации в областном центре, благодаря слаженным и четким действиям сотрудников милиции, серьезных нарушений общественного порядка отмечено не было. На территории области прошли мероприятия, приуроченные к встрече Нового года. Правонарушений в местах проведения массовых мероприятий не допущено. Милиция была задействована по усиленному варианту. Справились с задачей на отлично, обеспечили охрану общественного порядка в целом. Всего приняло участие в новогоднюю ночь на территории области около 43 тысяч граждан в местах проведения мероприятий. Аналогичная ситуация и с медицинской точки зрения. В отделение местных травмпунктов пациенты с пиротехническими травмами не поступали, что, конечно, не могло не обрадовать докторов. Чего не скажешь о пострадавших в ходе прогулок по гололеду. С 25 декабря по 4 января к нам в травмопункт обратилось 485 человек за медицинской помощью. Из них чуть больше 10% в состоянии алкогольного опьянения. Из них 95 человек с гололедной травмой. И так были ушибы, растяжения. То есть экстра такого ординарного ничего, к счастью, не произошло. Также в выходные уже 2015-го в отделение больницы скорой помощи поступил пациент, отравившийся курительными смесями. Поскольку праздничные гуляния продолжатся вплоть до середины января, берестейцам нужно помнить об элементарных правилах безопасности. Ведь, как говорится, как встретишь Новый год, так его и проведешь. В данном случае желательно не в травмпункте.